Настя, я заставила вас... Продолжайте, да. Продолжайте. Я не замужем. Никто не спрашивал! Настя, вы обжабанная. А что значит? Не, я просто родилась такой. У меня мама очень веселая, папа, бабушка. И я тоже веселая. Папа, бабушка у тебя? Это беда. Папа может все. Папа должен быть папой, бабушка, бабушкой. Но а когда папа, бабушка, это страшное дело. Я даже не знаю таких примеров, честно говоря. Псевдоним Кош... Прости, пожалуйста, перебью. Просто мы иногда работаем тут. Псевдоним Кош — это сокращенная версия слова, от слова «кошенька». Так Настю ласково называют родители, сама себя называет «мышь игрушечная». Вы самая классная биполярочка, которую я видел. Спасибо.